То есть это было в 1925 году. Русские большевики города Петропавловска переименовали этот город на Кызылжар. Дело в том, что еще 18 июля 1925 года за подписью управделами президиума Акмолинского губисполкома Н. Курочкина, тогда губернским центром был город Петропавловск, вышло поистине историческое постановление о переименовании города в Кызылжар в связи с тем, что городу присвоено наименование в честь святых Петра и Павла. И это наименование, безусловно, не отвечает духу времени –